Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Как видите, продолжаю покраску танка. Покрасил уже башню. Башня по инструкции в двухцветном камуфляже. А уже корпус танка в трехцветном. Так получается. Поставил гусеницы. Закрыл ходовую масками, нанес темно-серый цвет и тоже закрыл его масками. Красить буду за кадром, друзья, потому что неудобно и красить, и снимать, поэтому буду уже показывать поэтапно после покраски. Ну, на данный момент вот что получается. Сейчас заправлю аэрограф и начну наносить светло-серый цвет. Вот, коллеги, что получается. Теперь дам светло-серому цвету просохнуть. И потом тоже нанесу небольшие маски, чтобы немного оградить цвет. И буду красить красно-коричневым. Камуфляж должен получиться интересным. Мне уже нравится такая композиция цветов. Вот, друзья. Ну, дам просохнуть и дальше будем красить. Подсохла краска. Доделал немного масок. Прикрыл светло-серый цвет
сделал границы камуфляжа. Но полностью не закрываю, так как аэрограф дает хороший точный факел, и можно его хорошо контролировать. Следующий цвет буду наносить XF64, красно-коричневый. Сейчас замешаю краску и начну дальше задувать красно-коричневым цветом. Нанес коричневый цвет, дал подсохнуть. Теперь можно снимать маски, смотреть, что получилось. Дадим сутки просохнуть, и можно будет наносить глянцевый лак. Сначала на места, где будем наносить декали, переведу декали, и тогда уже задую глянцевым лаком полностью и буду делать смывку. Это уже будет в следующей серии. Кому интересно, следите, не пропустите и подписывайтесь, если не подписались. Подсохнет. Да, я сделаю сначала фильтры, чтобы немножко сгладить камуфляж. Да, прежде всего буду делать фильтр. Так, снимается. Чем хорош Potafix? Тем, что он хорошо прилипает, но и при этом хорошо снимается. На темно-сером цвете он уже более 3 суток наклеен, никаких следов не оставляет, ничего. Камуфляж мне уже нравится. Хорошо получилось сочетание. Все как по инструкции.
Интересные цвета, интересный камуфляж. Вот если немножко остается потафикс где-то, просто берете кусочком, немножко промакиваете, он отлично отходит. Чем лучше малярного скотча, тем что от скотча могут оставаться небольшие ступеньки между слоями. Если вдруг нечаянно вы надуете много краски, то может остаться ступенька. А вот при использовании блютака или потафикса я не замечал такого. Обычно при малярном скотче получается, что потом довольно-таки плохо устранить. Получается. Сейчас одену башню. Посмотрим, как там будет смотреться. Ну, отлично. Все отлично получилось. Если даже где-то будет коричневый поддув на сером цвете, то он потом все равно закроется фильтрами и закроется потом пигментами при небольшом загрязнении модели. Пулемет надо покрасить и вклеить, а то так вот не хочет стоять. Немного перевешивает. Ну вот, друзья, на этом буду заканчивать. Пишите комментарии, как вам понравился, не понравился танк. Ну, я остался довольным. Все, что хотел, все получилось. Отличный, красивый камуфляж биатлониста танкового. Все, друзья, до новых встреч. Следите за выходом новых серий. Всех благ вам и вашим близким.